Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на ЦСКА Баскет Media Day Edition Show. Как мой английский? Хорошо, очень хорошо. У нас в кадре здесь Кайл Хайнс, и знаете, что он делает сейчас, да, дамы и господа? Он делает Инстаграм, не поверите. Мы живем немножко в Инстаграме. Подписывайтесь, Сэр Хайнс 42. Это Инстаграм-аккаунт Кайла Хайнса. Кайл, спасибо, что пришел. Thank you for coming. Thank you for having me here once again. This is docu-series. Это медиа день, господа. Вору он Кайл Шоу. Здорово. Кайл Вору Шоу. Вот так вот. Кайл Вору Шоу. Отлично, друзья мои. I did change my hair. I went bald. Я как был лысым, а теперь я сменил. I did. I've been all these years, I've had hair, and now I've kind of, you know, going. You showed like you had hair. Показал, как у меня волосы были. Not, I mean, I didn't have this, but I had, you know, more hair than I have now. Now I'm, Ну, было побольше волос, говорит, теперь постригся. Когда носил... Allen Iverson, who was really popular, and everybody had the braids and the cornrows. I wanted the braids and the cornrows, so I grew my hair for a year. Волосы, вот, да, but underbred. My mom is very stern, so my mom was like, my mom was like, no, you can't have braids or cornrows. So I just walked around with this big afro for like 5 months because I refused to cut my hair until my mom let me get my braids. И она запретила делать ему эти вот дредики, заплетать туда все. И он ходил с огромным афро 5 месяцев, а потом мама заставила просто постричься, потому что это было просто невыносимо. Там Севич показывает, какое. История такая. Я стою, короче, работаем на плечи. Такие упражнения. Я беру там большие веса. С ума схожу, все там, прям устаю, смотрю. Кайл берет там по 8 килограмм. Так. Я ему говорю, что за дела, да ты должен гигантские веса брать. Я говорю, я тут умираю с этими весами, просто с огромными. Он говорит, да не, все просто по-серьезному. А, все, сори, газы из-за них. It was a great story, it's right, it's the truth. Лучший 3D player in the world. Кто это? Это ты, это ты. Новый сезон «Игры престолов» смотрел? Нет, я как-то, меня уже все, мне кажется, спросили, и все, да, ты смотрел? Нет, ни одного сезона не смотрел «Игры престолов». Возможно, когда-то приду к этому и пересмотрю все, там, начиная с первого. Кайл Хайнс опять ходит, там снимает наших режиссеров. Никак не отстанет от нашего съемочного процесса. Кубок Евролиги у тебя? Кубок Евролиги где-то здесь должен быть. А, вот он. Где-то, он, да. Вот есть, там, надеюсь, с этой надо будет, да. Чашечка такая очень красивая. Надеемся, а вторую наколешь, если в этом году выиграть? Нет, когда... я просто добавлю дату. Внизу нарисованы, написаны даты, даты победы в Евролиге. А мы заканчиваем, друзья мои. Спасибо большое за вашу активность. Следите за анонсами на наших сайтах, в соцсетях обязательно, потому что мы будем... Все, ты прям уж побежал. Все, да, счастливо. Спасибо большое. Увидимся. Всем пока. Евгений Седых, ЦСКА Баскет, Media Day Edition. Все, друзья мои, счастливо, скоро увидимся.